Доброе утро! Вы на канале РБК Пермь. С вами ваш личный тренер Кузьмин Александр. Сегодня мы будем выполнять тренировку на мышцу ног. Первое упражнение состоит у нас из двух частей. Это выпрыгивание на месте, переход в приседание. И так делаем 20 секунд. Данное упражнение направлено на вестибулярный аппарат, развитие мышц ног и координацию. Следующие упражнения помогут нам проработать мышцы пресса и ног. Следующее упражнение у нас также комбинированное. Мы выполняем прыжки крест-накрест и выпады назад. Выполняя эти упражнения каждый день, вы будете твердо стоять на ногах в любой жизненной ситуации. С вами был Кузьмин Александр. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!